Сегодня у нас 4 октября 2023 года. Сорт яблони Золотое Грайма американской селекции. Это классика. Плоды такой шаровидной формы. Или немного стаканчатой круглой формы. Желтые при созревании. Полностью желтые. Дерево зимостойкое, сильно рослое. Так болезнями не поражается даже на фоне градобоин. Паршиня наблюдается. Здесь рядом сорт Вагнера Призовое. Вот такие плоды у нас. Улежутся где-то они в ноябре-декабре и хранятся до марта месяца. Мякоть у них плотная, но нежная. Кисло-сладкого вкуса с легкой пряностью. В общем, отличного вкуса. Один из классических сортов, который можно порадоваться таким интересным, неповторимым ароматом и вкусом плодов из древности. Золотое Грайма, Черкасская область, Украина.